Эх, ребята, скучно что-то, что поделаем. Ну, не знаю. Ну, а кстати, Лорна где? Да, погулять пошла. В Сочи не была же еще. Ай, блин, надо было попросить, чтобы эвкалипта купила. Эвкалип! Ой. Деб, я же сказала, эвкалипта не будет. Это только Бри умеет печь морковные торты. Я не умею. Что с тобой такое, моб? Торт! Фу! Фэнси, зачем ты его угощаешь своими тортиками? А что, вкусный торт из ананасовых листьев? Ой, кто-то пришел. Мы пойдем откроем. Ребята, снег пошел. Одевайтесь. Нам не во что. Мы не пойдем. Помоги, Карина. А, Лорн, это ты? Ладно, ребят. Снег отменяется. Лорна, что у тебя с... такое? И где Флэг? Он сливается с моими волосами. Флэг! Ням-ням-ням! Флэг тут объелся этой чхеллы. Понятно. Что в нем и что тут такое? Сумки не знаю что, а вот чемодан вполне можно открыть. Офигеть! Сколько тут одежды! Сколько тут одежды! О, давайте мы сейчас все это покажем вам на видео. А? Ребята, вы готовы? Да! Тогда поехали! Всем привет! Привет, привет, привет! Вы на канале Варинас! Варина! С вами кто? Кто ты? Как... Тулоси! Да, Тулоси! И ваша любимая Драупади! Я стараюсь аккуратно делать, потому что у меня тут Enchantments сидят. В этом ролике мы покажем вам всю одежду, которую кто-то прислал для наших подружек. Ну что ж, давайте начнем с сумки. В сумке у нас лежит... Ух ты, вот такой тилокпэд. Вот телефон. Нет, это планшет. Он так классно смотрится, если питомцы в него так уставились. Сейчас нет. Он сидит. Как телефон. Пока-пока. Пока-пока. Смешно питомцы говорят, да? Да. Вот, ну классный такой планшетик. Пошли дальше. Это куда дело? Следующее. Ух ты. Следующий такой телефончик. Ну, тут резиночка какая-то непонятная. Следующий вот такой вот телефончик со звездочкой. Классно смотрится, если кукла делает селфи. В этом видео у нас модель будет Лорна. Вот так Лорна делает селфи. Только ей такие цвета не очень идут. Правда. Ну вот, Лорна. Лорна делает селфи. У меня, кстати, в Инстаграме есть фотки. Ну, будут фотки скоро, где девочки вот делают селфи именно. С этими телефончиками. Так, пошли дальше. В этой сумке у нас лежат еще два телефончика. Вот. Вот, пожалуйста, руку отсюда убери.
вот такие классные телефончики кто-то нам послал. Следующее, что у нас в этой сумке, это блин, откуда тут такой же жилет, который такой же, как я показывала в видео. Да это мой, блин, это мой реальный жилет. Короче, жилетку вязала для Enchantimals. Вот у меня даже есть видео, где я эту жилетку показывала. Вот, она очень легко завязывается. Сейчас мы вам покажем. Кто еще не знает, как это делается. По-моему, я в том видео, где мы показывали эту жилетку, не показывала, как ее завязывать. В общем, она так через перекидывается. Потом перекрещивается на груди. А можно сделать прям вот так вот вообще. Можно сделать так, а можно перекрещивать. Аришка. Вообще Аришка раскашлялась. Совсем. Ну и вот, вот так вот это смотрится примерно. Ну вот такая вот жилеточка. Следующее у нас что? Ну все, эта сумочка пустая. Вот такая вот классная сумочка, как чемоданчик будет. Следующее, ой, следующее пошел вот это вот такой вот супер-пупер моднявая юбка. Она сейчас вам скажу, кому подходит. Она Лорне немножечко подходит. Сейчас я вот прям на юбку так буду одевать. Потому что лень снимать другую. Вот. Это такое бузилье. Очень. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Вот такое пианинка. Ну, хотя нет, ей она не очень идет. Вот Данессе она вот прям реально идет. Я уже мерила. Вот ей точно идет. Можно смотреть тут? Нет, нельзя тулась. Это еще нельзя. Ну вот так вот это примерно смотрится. Очень классная юбка. Здесь такой принт есть. Классный. Вообще сочетание двух принтов мне такое очень нравится. Следующее, что у нас тут идет, это кофта. Вот такая, ну, офигенная кофта. Ну, не знаю, Лорне она вряд ли пойдет. Единственное, кому пойдет тут эта куртка, кофта, это вот этой Флаффи. На нее, конечно, капюшон не оденется. Капюшон может одеться далеко не на всех. На Карину он может одеться этот капюшон. Тяжело снимать эту жилетку. Ах, блин, ребята! Не это... будет дружу? Дружу? Да нет, как-то не хочется пока. Что делать, пока Дропади показывает одежду Enchantimals на видео? Конечно же, жрать! Что же еще делать? Ребята, я хочу передать привет Ярику. Ярик, если ты смотришь это видео, не забудь про наше обещание. Про твое обещание. Я сейчас скажу спойлер. Ярик его знает. Короче, ну, Ярик должен подписаться на мой канал. Это мой одноклассник. Ярик Комков. У него... Как называется канал? Ярик Бог? Не знаю. У него есть канал, не знаете? Не, у него есть канал, но просто знаете его, что ли? Знаю я никого. Думаю, у тебя все знают, что канал есть. Вот именно. Вот, он на канале должен рекомендовать наш канал. Ну, на своем канале. И у нас скоро будет очень-очень много подписчиков, Маша. Очень-очень много, около 1000. Много подписчиков. 35. Тысяч. Нас 35. Не, у нас будет 35 тысяч как минимум даже. 5 миллионов. Да. Да, у нас даже так будет. Так что, Ярик, не забудь. И пока что я спою такую песенку.
Нас 35 на канале, спасибо, что вы были с нами. Но это и не так уж много, ну, короче, всем спасибо. Ребят, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, нам очень любви. Нужны ваши лайки и подписки. Мы очень хотим, чтобы наши видео видел мир. И, ребят, я планирую наших куколок сделать вайшнави. Индийскими девушками. Сделать им сари, в которые я сегодня, кстати, должна облачиться. Короче, блин, я с этой кофтой очень много вожусь. С ней, короче, это. Вообще, ну, она подходит только для кукольной фотографии, если вот там так накинуть на нее этот капюшончик. Вот, взять, накинуть капюшон, и все. Или там это. Завязать вот так вот. Завязать вот так вот. На поясе. Вот так вот завязать на поясе эту кофту. Сейчас я поставлю видео на паузу. Боже. Хорошо, чтобы сейчас не видеть Аришку. Это очень-очень-очень-очень слабонервно смотреть. Я ее сейчас не буду показывать. Конечно. Потому что наше видео заблокировать могли бы, если бы я это сейчас показала. Ну вот, короче, дальше, ну, в общем, это не оденется. И на руки, потому что у них пальцы зацепляются за эту сетку. О, следующий уже сам выскочил. Это платье такое. Оно подходит фэнси. Оно подходит этой флаффи. Давайте мы сейчас оденем это платье на фэнси. Фэнси, правда, не очень идет фиолетовый цвет, но учитывая то, что там розовый. Ну, желтый там совсем, хотя нет, я не буду на фэнси это мерить, потому что у меня очень, блин, тяжело снимаются тапки. Короче, вот такое платье, я его померяю только вот на Бри. О, это, что я ее Бри называю? Это же ее сестра, это Флаффи. Вот, я сейчас ей померяю. Ребята, вообще, мне так нравятся эти чантималс, из них можно сделать отличных маточ. Вот из Барби делают маточ таких, там Кришну из Барби делали, я видела. Ну вот, а из них можно сделать, ну им просто можно этот сари сделать и все. И можно считать, что они уже он делают эти вайшнави. Ну и на алтарь поставить за пальчик, чтобы поклонялись они ему. Кстати, у меня по секрету есть еще алтарная целая для этих энчантимов. А можно поиграть чуть? Нет, нельзя. Вот. Ну, на спине, конечно, у Бри это ужасно смотрится, потому что, ну, хорошо, что это хвост прикрывает. Потому что там хвостик вот этот, он оттопыривается и как бы, ну, некрасиво смотрится. Это будет прикрывать ее боковой хвостик. Блин, она вообще такая деловая, прям вообще. Вот, сейчас телефон такая возьмет, сумку еще возьмет. И вообще, она такая, о. Сейчас мы ее возьмем, дадим ей сумочку. Сумку в руки. Телефон в руки. Как там? Ну, как-то вот так. Алишка, пожалуйста, не трогай это. В общем, вот. Такая. Я только смотрю. Вот такая она деловая. А, вот что упало.
Да. Вот такая она деловая, крутая вообще вся. Ладно, будем без этого. С мопом классно смотрит. Такая. Ладно, мы сейчас поставим видео на паузу и переоденем ее по-быстрому. Пока, Аришка, скажи этот привет подписчикам. Итак, ребята, мы продолжаем. О боже, все попадало. Наречка, давай. Такое ощущение, что мы новое видео начинаем. Блин, я ее не могла переодеть по-быстрому, потому что Аришка кое-что захотела сделать. Ну и надо было это. Я не буду озвучивать, что она захотела сделать. Но вы, наверное, понимаете. Аришка. Бедная Аришка. Она мается ерундой. Дурью мается. В общем, очень классно. Платье. Ей очень идет. Вот Аришка, блин, это. Жопа тряс. Все. Где она проходит, все падает. У нее большая жопа. Не, у нее на самом деле маленькая жопа. Она же еще такая маленькая, да, Аришка? Аришка, ты своей жопой мне тут все снесла. Офигеть, вообще. Я вчера взяла вот эту мишку в Индии. Вот вы посмотрите обзор распаковки на Лорну. Мы вот сегодня снимали ее. Вот, это, блин, эпик. Просто. Вот, ну, еще мы сегодня планируем снять. Мы еще сегодня планируем снять детскую программу. Мы планируем снять, кстати, ребята. Я не буду сегодня. Не, не будет? А почему? Ира заболела. Может, другой будет? Ну, я могу попросить маму, чтобы нам это, там бегу холи мышцы. Ну ладно. Детскую программу сегодня. Ну ладно. У нас, короче, группа. Вознесская детская программа в Сочи. И там всякие видосы, ну, короче, все про нашу детскую программу. Там я создала альбом Гопалы. У кого есть Гопалы, пожалуйста, добавляйте туда. Там вот вознесская детская программа в Сочи называется группа. Посмотрим, что у нас тут дальше. О, дальше классное платье. Офигеть. Мне кажется, почти всем подходит. Но вот больше всего оно подходит Лорне и больше всего Карине. Давайте мы, давайте, первый раз, а то Карину я уже миллион раз раздевала, а тут Лорну полностью разденем, тут делов-то снять, обувь, болеро и этот, юбку. Ну вот, короче, она такая голая. Вот у Берлика почему-то она садится на шпагат, но нет, у нас нет. Ноги у нее могут двигаться только вот так. Вот. Это такое классное платье вообще. Ну, не знаю, будет ли оно и большое. Я еще не знаю. Вот. На Лорне. Сейчас на Лорну оденем. Давай, Лорна, одевайся. Лорна. Вот, все, Лорна. Оделась. Ой, что-то я немножечко большеват. Ну, ничего. Это дело мы исправим. Сейчас мы ее приукрасим, блин.
Блин. Короче, как это так? Вот такая она классная в этом платье. Сейчас мне еще ботинки оденем. И будет вообще Epic Fail. Она будет мега-супер-пупер модная. Стильная, по крайней мере. Потому что в моде сейчас красный. Ва-ха-ха-ха. Ну вот. Вот такие они с флагом классные. Ну, у флага вообще ничего нет. Я еще сама не видела, как это смотрится. Вообще классно. Мне нравится. Вот такой вот классный образ. Сейчас мы покажем нашему оператору. Итак, ребята, мы продолжаем. Следующее, что у нас тут есть. Ух ты, классная юбочка. Она однозначно подходит Лорне. Лорне, блин, зря ее одела. Если бы знала, что дальше, не раздевала. Да ты так делаешь. Да. Болеро, в принципе, можно оставить. Она мне получается. Зеленый красивый. Да, зелененький красивый. Это вот тоже такая... красивый платье такая. Это юбка, да. Да. Вот такая она. Я построю моя до неба. Я на небе зажгу звезду. Сейчас, сек. Все. Чтоб где бы ты ни был и кем бы ты ни был, ты знал, что тебя я жду. Я, может быть, сама еще не поняла, как долго-долго длится ожидание. Но я уже пришла. Ты слышишь? Я пришла! Да слышу, слышу! Пришла к тебе на первое свидание. Ты в курсе, что мы 100 раз виделись? А, да, точно. Я построю моя до неба. Я на небе зажгу звезду, чтоб кем бы ты ни был и где бы ты ни был, ты знал, что тебя я жду. Зажгу тебя звезду, зажгу тебе луну и лунную дорожку расстелю. И это все мне? Да ладно! Нет. Ладно, вот такое офигенное платье. Оно в нем как какая-то феечка. Да. Это даже не платье, а юбка. Вот. Да. Вот. Она вообще такая... Как лесная принцесса какая-то. Вообще очень классная. Ой, а можно красиво? Юбочка такая. Да. Рана. У тебя брюк. Я тебе тоже. Вот так. Классно было так смотреть. Вообще. Она вообще Epic Fail. Просто вот. Это очень круто смотрится. Ладно, мы сейчас поставим паузу, переоденем Лорну, потому что следующее нам не понадобится уже помощь Лорны. А, ребят, следующее, что у нас тут будет, это вот эти штанишки. Вы их уже видели, поэтому их смысла нету мерить.
Итак, если вам понравилась обновка Enchantables, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, смотрите другие видео, комментируйте их. Кстати, напишите под этим видео в комментах, что вам больше всего понравилось. Еще напишите, какая вам Enchantables больше нравится, из моих и вообще из всех. И, ребята, кто хочет узнать побольше о Enchantables, заходите на официальный канал Enchantables Россия. Там об этом Enchantables есть все. Есть одна блогерша Берсик. Вот она вам расскажет про этих кукол, про этот мультик. И все распаковки вы можете увидеть у нее. Ну вот, если вам понравилось это видео, повторю еще раз, только поправильнее уже. Ставьте именно не лайки, а шикары. Шикар, да, шикар. Ну и подписывайтесь на канал. А еще не вешайте вот на уши, как это делала я в прямом смысле позавчера. Итак, всем пока!